Главное на любом полигоне, будь то стрельба из огнестрельного или пневматического оружия, это безопасность. Упражняясь в меткости в электронном тире, ребята могут почувствовать себя абсолютно защищенными. Мальчишки и девчонки школы номер 33 с удовольствием учатся поражать мишени на специализированном стенде, не заботясь о том, что закончатся дорогостоящие боеприпасы. Все очень удобно. Отстрелялся, и тут же на экране высвечиваются результаты с оценкой норм ГТО – золотой значок. Ну, это если набрал достаточное количество очков. Электронный тир, приобретенный на средства гранта, выигранного в конкурсе «Металлоинвеста. Сделаем вместе», ребята осваивают на первых совместных с родителями соревнованиях. Мы пришли сюда, потому что мы очень любим спорт. И мы очень рады, что именно в нашей школе есть электронный тир. Самое главное в таких соревнованиях – это то, что родители и дети вместе занимаются спортом. Мне очень нравится стрельба. Когда я вырасту, я хочу пойти в воздушно-десантные войска. Навыки в стрельбе мне там очень пригодятся. А еще здесь соревнования было очень весело. С родителями, с друзьями, со всеми родственниками. От своего брата я узнал, что здесь будут проходить соревнования по стрельбе, и я решил прийти с ним вместе и пострелять. Большое спасибо хотим сказать компании «Металлоинвест» за предоставленную возможность стрелять в этом тире, хоть и электронном. Мальчики должны и обязаны правильно обращаться с оружием. Взаимоотношения компании «Металлоинвест», Оскольского электрометаллургического комбината, депутатов областной думы Андрея Угарова и Николая Шляхова со школой номер 33 можно назвать давней надежной дружбой. На всем пути становления школы как конкурентоспособного образовательного учреждения с нами рядом был коллектив Оскольского электрометаллургического комбината. И при личном участии Андрея Алексеевича Угарова в школе созданы такие условия, которые позволяют организовать образовательную деятельность на самом высочайшем уровне. Причем наши дети не только занимаются в оборудованных учебных помещениях, учебных кабинетах, в современных лабораториях. Они имеют возможность пользоваться 3D-моделированием. Они являются, пожалуй, самыми активными участниками олимпиад технической направленности. Такие олимпиады, как «Звезда», «Миссис зажигает звезды», олимпиады имени Светланы Петровны Угаровой. В 2016 году наша школа вошла в топ-500 лучших учреждений России. И вот стать лучшей школой России нам помогла команда Оскольского электрометаллургического комбината во главе с Николаем Александровичем Шляховым. Теперь к техническому оснащению школы добавился еще и электронный тир, который поможет привлечь к занятию спортом, сдаче норм ГТО, еще большее количество мальчишек и девчонок.